Здравствуйте, меня звать Галина, мне 74 год. Я приехала из Украины, есть такой областной центр Луцк. Третий раз я приехала в школу Анны Якубы. В декабре 2012 года мне поставили в Институте онкологии в Киеве смертельный диагноз. Великоклеточная лимфома с поражением селезенки, костного мозга и лейкемией. Кроме этого, у меня еще были заболевания, желчно-каменная болезнь, очень много камешков было, зоб, болела сильно голова, дистония была постоянная, сердечко пошаливало, и мигрень страшная была, боли адские были, когда менялась погода. Я прошла, конечно, 4 курса химиотерапии, потому что мне даже кровь вливали 3, потому что я ходила по стенам. Я приняла 4 химиотерапии. После каждой химиотерапии у меня были большие неприятности. После первой – дисбактериоз, после второй – сильнейшее воспаление легких, и после третьей – гипертонический кризис, и после четвертой – умирала. В апреле 2013 года я получила последнюю 4-ю химию. После нее у меня порог смерти, как называется в медицине. И уже я лежала недвижимая, ничего не могла сделать, из кровати вообще головы не поднимала. И врачи сказали, что уже все. Но дети позвали священника, я исповедовалась, причастилась и начала понемножку подниматься. Дети в интернете начали искать, как спасти мою жизнь, чтобы я осталась живой. И они на одном из сайтов нашли школу сухого голодания и сыроедения Анны Якубы. Сейчас июль 2015 года, и я прошла 3-й курс сухого голодания и сыроедения в школе Анны Якубы. И что же произошло за эти 2 года? Я делаю несколько зарядок, гимнастикой занимаюсь, принимаю водные процедуры, бегаю по росе, по снегу и не болею совсем. И я забыла, что такое лекарство. Я к врачам хожу только на проверку. Каждый день я пью воду с лимоном утром, дальше пью коктейли зеленые и свежевыжатые соки. Все это время я выполняю рекомендации Анны Якубы, и поэтому я сегодня здоровая. И она мне рекомендует постоянно все новое, новое и новое. Сама узнает и передает мне все. Дорогие мои, никогда не отчаивайтесь, когда вам поставили смертельный диагноз. За это время я исцелилась не только телом, но и духом. Потому что школа Анны Якуба предлагает комплексное очищение организма. Спасибо Богу, Матери Божьей, Ангелу-Хранителю, всем родственникам Анне Якубе, всем знакомым, что поддержали меня в такую трудную минуту. Люди, занимайтесь своим здоровьем, не ждите, пока вам поставят смертельный диагноз. Будьте здоровы, будьте счастливы и приезжайте в школу Анны Якубы.